Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 33 года, я 2 года в браке. Мне часто приходится слышать от мамы высказывание, что я старая, поэтому не могу забеременеть. То есть 33 года, вы старый. И что муж со мной, скорее всего, разведется, потому что свекровь хочет внуков. Говорит, что я некрасивая, потому что не смогла вовремя выйти замуж. Когда я это слышу, тут же кладу трубку или собираюсь домой. Я понимаю, что маме уже возрастное, и другой она не будет, но как нашу семью оградит от маминого влияния, я не знаю. И наше общение скоро придется прекратить, надоело такое отношение ко мне, и началось это еще задолго до знакомства с мужем. Мне многие почти каждый день рассказывают страшилки про старость, про то, что причина отсутствия ребенка во мне. Просто детский лепет, 21 век на дворе, даже каждый ребенок знает, что причина далеко не всегда в женщине, даже и не знаю, как нашу семью оградить от армии сочувствующих. Ну, про ребенка мне кажется, что вы несколько погорячились. Все-таки ребенок, он, на мой взгляд, до определенного момента не должен вообще как-то задумываться о таких вещах. Вот. А, смотрите. Значит, собственно, главный вопрос, который у меня здесь к вам возникает, какое именно, то есть о каком именно влиянии вы говорите в контексте своей мамы и в контексте вашей семьи. Потому что на сегодняшний, вот на данный момент, непонятно, каким образом мама влияет на вашу семью. Ну, она, очевидно, как-то влияет на вас. Да. Очевидно, как-то она влияет на вас, мама. Это правда. А можно ли говорить о том, что это означает, что мама же влияет на семью, на вашу? Ну, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, это все-таки немножко разные вещи. Вот. На мой взгляд, фактом является то, что вас такое поведение, такое отношение мамы задевает и дает ощущение, ну, то, что вы себя хуже чувствуете. Из-за этого вы себя хуже чувствуете. А вопрос заключается в том, как вот мне видится, за счет чего вы себя хуже чувствуете. То есть это вот какая-то ваша реакция на данную ситуацию, ваша реакция на слова мамы,
приводит к тому, что вы себя хуже чувствуете. А что это за реакция? То есть, ну, буквально, как вы реагируете на слова мамы, да, особенно если они, эти слова повторяются, ну, неоднократно, судя по тому, что вы говорите, а вот как вы реагируете на слова мамы, что это условно дает вам чувство, да, вот, ну, то, что вы себя благодаря этому, можно так выразиться, благодаря этому вы чувствуете себя хуже. Вот. Хочется немножко как-то, знаете, зафиксировать тот момент, что вы, на мой взгляд, прячетесь за влиянием, да, мамы на семью. Вы прячетесь от, на мой взгляд, своей собственной реакции. То, что, ну, то, что вам самой, может быть, как-то больно, то, что вам самой, может быть, как-то неприятно, и то, что вам самой, может быть, хотелось бы какой-то другой реакции вашей мамы на эту, ну, вообще, хотелось бы другой реакции вашей мамы, в принципе, вот. И, на мой взгляд, наша задача заключается в том, чтобы понять, во-первых, как вы реагируете на эту ситуацию, каким образом вы реагируете, вот, то есть какая ваша реакция приводит к тому, что вы хуже себя чувствуете, чего вам хочется, вот, и что вы можете с этим сделать, да, вот, потому что если вы реагируете вот так, как реагируете, то, к сожалению, это больше свидетельствует о том, что вот несколько вы, я бы сказал, в себе, да, неуверенные вот в своей позиции. Кроме этого, ну, нужно понимать, что у вас здесь есть ряд потребностей, да, например, вам хочется реализоваться, да, вам хочется чего-то достичь, то есть вы как бы дети,
своим, ну вот, детям, да, гипотетическим детям, придаете, ну, какое-то значение. Вот. То есть для вас вот, дети что-то значат. Вот. Ну вот, нужно, на мой взгляд, нужно постараться понять, вот, что вы опять-таки пытаетесь для себя решить. Ну, в этой ситуации, вот. И я думаю, что вот тогда вам будет куда проще не реагировать так, как вы реагируете сейчас, да, может быть, ну, может быть, реагировать, ну, может быть, будете реагировать немножко иначе, да, то есть, может быть, будете реагировать, ну, по-другому несколько. Вот, поэтому, вот, первое, что, пожалуй, вот, нужно, на мой взгляд, сделать вам это все-таки перестать, да, вот, в той или иной степени объединять, то есть говорить, что вот, хочу защитить, значит, свою семью от влияния там мамы и прочее. Вот это, на мой взгляд, не очень хорошая идея, вот, потому что, ну, как я сказал, вы здесь подменяете одно другим, вот, и, соответственно, ну, как бы вредите, в общем, только себе сами. Вот. Да, я прекрасно понимаю, что вам больно, я прекрасно понимаю, что, ну, что вам некомфортно, я прекрасно понимаю это все. Вот, я прекрасно понимаю, что вас это вызывает, возможно, как-то вот, ну, вызывает к, ну, каким-то вашим страхам, вот, и это все дает о себе знать. Я прекрасно это понимаю. Поэтому с этим всем нужно работать, вот, чтобы вы для себя, вот, по возможности данные проблемы решили. Вот. А, ну, как вот, как я думаю. Вот. На мой взгляд, это, ну, вполне возможно сделать, вот, поэтому выбирайте себе психолога, да, и начинайте, в общем-то, работать в этом направлении. Да, естественно, что вот, с личными границами между вами и вашей мамой необходимо также работать, потому что, ну, очевидно, для меня, по крайней мере, очевидно, что личные границы у вас вот, с мамой несколько проседают, да? Вот. Ну вот.
Как-то так. Какой-то такой ответ я сейчас могу вам предложить. То есть я бы не стал как-то центрироваться на защите кого-либо от влияния кого-либо, мне кажется, это немножко путь не туда. Я думаю, что вам нужно больше опираться на себя. Вот. И я думаю, что несколько, побольше уверенности в себе, побольше внимания к себе, да, побольше всех таких моментов. Вот. И я думаю, что мама не будет вас просто беспокоить, да, она не будет вас задевать, ее поведение и так далее. Но для начала вот постарайтесь все-таки признать, не вот эта история, что каждый ребенок знает, да, и так далее. Вот, а то, что вам, именно вам, как-то вот больно, да, то, что вам больно, в этой ситуации. Вот. Я думаю, что если вы сможете это признать, если вы начнете свою боль и то, что вас это задевает, да, проживать, то ситуация будет лучше у вас, чем сейчас, и, может быть, даже с мамой общение прерывать не придется. Вот, то есть, к примеру, подумайте о таком ключе, что стоит на пути к тому, чтобы просто согласиться с вашей мамой, да, по поводу, в том, что она говорит, что мешает вам согласиться, вот. То есть, что мешает вам, я старая, может быть, для тебя некрасивая, может быть, муж меня бросит, он меня может бросить, и если, дети будут, его это не остановит, вот. То есть, ты же не думаешь, например, можешь сказать маме, что только дети останавливают моего мужа от того, чтобы не бросать меня, да, то есть, подумайте, пожалуйста, на тему того, что вам мешает отличать вашей маме, примерно примерно в таком направлении, да, то есть как бы соглашаться с ней. Я думаю, что есть причины, по которым
вы, ну, вот, не можете, или, может быть, не хотите, ну, соглашаться со своей мамой. Вот. Я думаю, что есть причины, которые мотивируют вас бороться и стараться, ну, доказывать, в том числе и маме, вот, что она не права. Ну вот опять же, попробуйте подумать, что вас мотивирует так делать. Ну просто. То есть, что будет, что случится, что произойдет, если вы согласитесь с ней. Например, если вы согласитесь. И попробуйте вот прочувствовать. Вот. Попробуйте прочувствовать, да, что будет в этом, ну, вот, в этом случае. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я, в свою очередь, надеюсь, что значит, ну, ваша ситуация будет разрешена. На мой взгляд, она без психотерапии, да, разрешена сейчас не может быть. Вот. Поэтому вот обращайтесь, собственно, и мы с большой радостью вам поможем, и вам будет легче и проще, потому что ваша мама, ну, действительно, вашу маму не переделать, да, это правда. И действительно, вы, на мой взгляд, тратите много своих ресурсов на борьбу с ней. Ну вот, но не только даже на борьбу с ней, сколько вот в целом вы тратите ресурсы свои на просто борьбу. Вот. И вот это хотелось бы помочь вам, ну, помочь вам подкорректировать. Вот. Обращайтесь, всего вам самого хорошего.